Здравствуйте, уважаемые зрители! Просим оценить видео лайком и подпиской на канал. Бейте в колокол и выбирайте все уведомления. Трагические новости из мира шоу-бизнеса и культуры приходят к нам каждый день. Буквально несколько минут назад стало известно, что в дорожно-транспортном происшествии погибла одна из старейших звездных пар отечественного шоу-бизнеса. Звездные супруги были артистами театра и кино и байкерами. Они являлись лидерами одного из крупнейших российских байкерских сообществ. В историю российского шоу-бизнеса звездные супруги вошли не только как замечательные артисты, но и как люди, которые совершили пробег более 5000 километров на мотоциклах по России. Этот пробег состоялся в 2016 году, и в нем даже принимал участие наш президент Владимир Путин. Наши супруги всю жизнь любили театр и железных коней. Так они и погибли на мотоциклах. Поражает то, что они погибли в ДТП в возрасте 90 и 91 года. Этой ночью супруги совершали пробег по ночному городу Нижний Новгород. Впереди сидела супруга, а за ней уже ее муж. К сожалению, в темноте они отстали от основной массы автогонщиков и перепутали улицу. В темноте они не увидели разрытый ров канавы и прямо на железном байке въехали туда. Буквально несколько минут назад стало известно, что в дорожно-транспортном происшествии погибла одна из старейших актрис и старейшая байкерша России Лия Клюйкова. Лия Клюйкова погибла вместе со своим супругом Анатолием. На момент гибели им было 91 год. Лия Клюйкова, помимо гонок на мотоцикле, известна широкому зрителю по театральной постановке «Моцарт. Вторая часть», а также по молодежному сериалу «Мама, не горюй».